Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали юных участников открытого турнира по шашкам в культурно-спортивном комплексе «Назарьевский». Исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова отметила, что шашки и шахматы помогают ребятам учиться мыслить и принимать самостоятельные решения. И добавила, что в ходе турнира спортсмены удивили быстротой ума и умением просчитывать ходы.